Вот по поводу яда тоже тут говорят. Барри Алибасов, Барри Каримович попал в больницу, выпил он жидкость для труб. Ну, как-то вот странно, да, случайно такое произошло, да, что кто-то держал в стакане жидкость для труб, а он решил, что это сок. Зачем вообще жидкость для труб наливать в стакан? Очень странная история. Я говорю, у меня была подобная история, когда женщина выпила нитифор, фосфорорганическую жидкость, которая была в бутылку из-под вермута налита, я как-то рассказывал это, и до сих пор у меня сомнения, что это случайность. Очень, тогда были жуткие сомнения. Ну, тогда, в общем-то, руководство заводской прокуратуры приняло решение написать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В общем-то, это и было сделано, а мысли были очень нехорошие. Ну и как бы видно было, что там не все так просто. И ну вот Садальский сомневается тоже, что Алибасов как-то вот сам так ошибся вдруг. Ну я не знаю, я не буду это обсуждать. Это такая тема, которую не стоит. Просто нужно пожелать здоровья Алибасову. Завтра, кстати, у него день рождения будет, так что нужно пожелать ему крепкого здоровья, помолиться за него. Я думаю, что Барри Каримович приличный человек. Ну, не только потому, что я в своей жизни там многие сотни раз с ним здоровался, поскольку путь из Саратовской филармонии к нему домой пролегал мимо моего дома. А я как раз там шел из школы в школу, ну, это были там 70-е годы. И он, проходя, такой входил в джинсовом костюме, очень модный, проходя, всегда здоровался со мной. Ну, потому что я здоровался с ним, я знал, что он руководит интегралом, мне это все очень нравилось и так далее. И не только по этой причине, просто я хочу привести один пример. Наверное, последнюю награду, которую получил Алибасов, он получил в 99-м году, он стал заслуженным артистом. Он никогда не был этим доверенным лицом Путина, и это уже говорит о том, что он очень приличный человек. Да? И самое главное, ну кто-то скажет, ну его вот может не пригласили. Такое может быть, чтобы не пригласили в доверенные лица? Ну может, если человек явно проявляет неприязнь, могут и не пригласить. Но за весь 20 век официально Барри Каримович получил от властей только одну награду. Это медаль десятилетия Астаны. Вот официально я открываю. Сейчас, чтобы 10 лет Астане. Юбилейная медаль 2008 года. Представляете? То есть, ну, что говорит о его честности. И все подонки, как вы понимаете, они остепененные, они все там, блядь, народные артисты, хер знает чего. И, блядь, полные кавалеры орденов святого Ебукенти, блядь, из теплых рук Путина или из холодных рук принятые, там как хотите. Так что я думаю, что надо ему пожелать здоровья, в общем-то, и не злословить ни в коем случае. Умер Барри Алибасов. Ёпт твою мать. Ужас какой. Точно, что ли? Чё-то. Давайте воздержимся пока. Так что я говорю, пока воздержимся от комментариев насчет смерти Алибасова. Что-то у меня какие-то сомнения. Не будем пока это комментировать никак.